статус. Это 8:30. Собрался на рыбалку. Вчера неудачно, сегодня будет удачно. Поеду в другое место. Информации никакой путем. И все с методом тыка. На прогреве. Согрелся. Все, погнали на рыбалочку, друзья. Короче, на место какое-то место. Один подход был, и все. Ну вот после вчерашнего наблюдения в камеру, что это ёрш, конечно, уже сомнения берут. Постоял, причем постоял под блесной и без удара ушел. Все, больше подходов не было. Время 10:00. Все только начинается. Народу мало. Короче, сидим. На улице плюс. Без рукавичек. Не плюс, ноль. Ноль, минус один максимум. Все сидят. Ну вот так что, друзья, вот час простоял. Поклевки не было. Подходы парочку была. Ну. Мужичок подошел тоже, сзади меня сидел. Я говорю, ну как? Он говорит, ну двух штучек поймал, но мелкий, говорит. Белый прыщ, семерка, красный галстук с удачи. Вот, на эту блесенку. Ну, судя по всем, то есть вот собрался народ. Но в основном пешком с нефтебазы все. Красный Яр. И ходят, бродят. Там еще Серега с Игорьком тоже. Подхода даже не видели. Ну, то есть, не знаю. Конечно, надеемся на лучшее, но сам факт, что рыба как бы не активна. Но если она есть, она подходит и не берет, это что-то о чем-то говорит. Вот. Куда поехать, не знаю. Здесь у меня точек нету. В этом краю. Крае. Сейчас посижу, посмотрю еще. Ну, время уже 11:00, пора бы уже как бы и клюнуть. Вчера до часа у всех клевало. Лед нормальный, но все равно стрёмно ехать, когда вот такие вот пятаки. Блин, вообще. Снега здесь мало, выдувает. Скребки помогают. Ну, вот так вот, короче. Пока никак. Показать пока нечего в плане рыбы. Друзья, переехал на другое место. Здесь вот ребята с Красного Яра. Ну, короче, по подходу у всех было и все. В Ордынке братан говорит, там полавливают, говорит, что-то написал ему, говорю, какая глубина блесна, интересно, говорю, может, глубина, не на той глубине стоим. Вот сейчас у меня здесь 6:40, да? Да, 6:40. Ну, 7 метров, грубо говоря. Подошел, постоял, посмотрел, ушел, все. Также
парень на Ратлин. Такая же фигня. Говорит, походил за Ратлином, а стукать не стал. Ладно, о чем-нибудь думать, ходить, бродить. Где? На Лёхин якорёк взял все-таки я. Окунямбу. Хороший окуняра такой. Приятный. На якорёк. Прям как Лёха меня рассказывал, так он и взял прям. Хорошо придавил. Долго стучал. Вот такой грамм 500 в пиявках весь стоит. Я Лёхе звонил, говорю, Лёх, покажи игру. Вот он мне показал. Ну вот, друзья, показатель. Отличный окунь. Увидел, в эхолот его подошел. Ходит он здесь, значит. А балансирует, ничего не хочет. Приятно. Ну, подходит окунь. Может, размер не тот вот. Опускается прям сверху, видно было хорошо. Ну, хороший окуняра, такого приятно, конечно. Ну, глубина 4 метра. Маленький балансирчик пробовал, все пробовал, короче, ничего не хочет. Вот только на каракашку. Надо луночек подбурить и уже по луночкам ходить, стучать. Вон подъем, подъем окуня. Парни, куда-то поеду сейчас. За островом толпа. Ну, вижу, там вот судачок лежит один. Ну, видимо, что-то клюнуло. Было. Посидела там в толпе. Ну, короче, видимо, попутчик был небольшой. И кончилось все. Даже я не раз думочку говорил. Парни вот были со мной, которые поймали по одному. Мелкий судак вообще. Он возвращается обратно. Вернулся, где вот окуня поймал. Лучше здесь окуня поискать, походить на пятачке. Куда интереснее. Тем более судаков они двух штук хороших поймали. Вообще под огнем там сантиметров 30, наверное. Молосит парень, молодец. Двух судаков и хорошие судаки причем. И окуня поймал. С одной лунки подряд. И все. Я потом вот отошел сюда, раз, тут 4 метра, вот окунька и взял, ну вот, хороший. Сейчас эхолот возьму, без эхолота как бы не то пальто. Я подошел сверху, там еще стоят окуня, стайка крутанулась. Прям прикольно. Леха, спасибо тебе. Вон еще стоит. Опа, сошел. Сошел. Опа, опять удар. Опа, опять.
черканул. Вот он, есть, друзья, есть, есть, есть. Есть, вот он. Вот он. Хороший окуняра. Еще там стоит. Ждет, пока рыбалка в Сибири его. Вытащит. Вот он еще один, друзья. О, поперло. Смотрите, какие окуня. Добрючие. Эх, блин, началось. В деревне лето. Че, поди петлю рисанул. Точно. Да. Вот это называется торопыга. Все, отошли. Куня. Прикольно. Надо еще взять будет у Лехи. Вот так, друзья. Сюда-то не было сегодня. О, блин, порезал руку. Главное сверху по эхолоту. Полосы такие. Ну, три штуки подряд. Что, приятно. О, блин. Круто резанул. Там и ловят его? Мелкий. А мелкий сейчас? Там выбили. Там же камшат выбил. Они же сейчас в этом развели эту катамеру. Пелить. Пелятку. Пелить. Ну так они и на чинах запустили. Судака его не было. Они же запустили сазана. Их обязали, по-моему, несколько... 10 тонн, что ли? Сколько там? Ну так, я точно не скажу. Угу. Запустили. Он сначала ловился 300 грамм на удочку. А потом уже вот эти кабанчики. А то не было тоже мало-мало. Они же черпали там. Ну, они его выбивали. Не водами как зайдут. И сюда как бы. И судака запустили. И вот судака. Ну, вот, кстати, но на мормышку. Блесну я сколько пробовал. Нет, да? На мормышку ставишь, уралка причем. А-а-а. Мормышнешь несколько лунок. Ходишь, дын-дын-дын-дын. Тук. Кило. 800 грамм. Это мормышка. В том году ездил. Но он другой. По вкусу другой. Зимой. Окунь, да. Там и сюда. Окунь вообще жирный. Горячее копчение. Он совсем с нашим не сравнит. И карась нравится. И карась. Вообще. Да. Там вкуснее его, вкуснее. Там не рыба. Там вода щелочная. Она такая. То есть, вот. Эпистарфоза там нет, вроде как говорят. Да, нет, нет, нет. Пошел. Все, как меня взбаламутил. Упитыш, приятыш. Подходит чуть-чуть, стукнет и все. Надо будет точечку поставить. Вон весь этот в пиявках. Стоит такой, особо не шевелится он, друзья. В пиявке. Стоит. Неактивный. Вон пиявки, вон. Считай, с каждой рыбы, наверное. Ты что, нашел что-нибудь? Нет. Ну это что? У тебя что за камера? Калипсо? Что, прям ни разу не видел нигде? Да вообще. Вот сколько сегодня проехали, я нигде не видел. Ну, видимо, значит не стоит. Ходом где-то ходит. Ходом где-то ходит. Проходной весь. Не стоит еще почему-то.
хотя по времени уже должен. Хорошо, как качество хорошее. Угу. А цвет хорошо передает. Угу. И так прогал тоже не видно было, да? Ну что вот бывает, что на горизонте там видно. Почему, когда проплывает? Видать, почему? Угу. Из палатки, да, вот твоя палатка? Да, да. А ты там в толпе был, да? Да. А там что, видел, когда судаки были? Тоже? Вообще, я вот одного поймал и все. А в камеру не видел его, да? Нет. Ну, блин. Ну, грамм, ходом. Ну, значит, ага, стая идет просто, и все ходом. Только вот в какую сторону я никак не могу понять. У меня тоже камеру не поймешь. Нет, почему? Я камеру всегда ставлю, когда рыбачу, две лунки, почему и бурю. А, ну, видно, когда подходит? Конечно. А подходит, не берет, бывает? Бывает. То есть просто подойдет на нее, будет смотреть, раз развернется, уплывет. Судак, да? Да. Ну, все подряд бывает, и окунь подходит. Ну, то есть в колоде мы смотрим, да, что подходит, да. Это вот сюда. Да. Ничего. Да, вообще ничего нет. Пушка. Все расчищается. Где-то было, куда-то делось. Не хочет. Вот так вот. А у вас что? Вон он, окунь. Вон, да, вот этот. Да? Вот там, по-моему, сюда пробовал здесь, вот, так сейчас. Хорош. Или до килограмма. До пяти. А у вас какая камера? Мурена, нет? Нет, простая. Гуляет, значит, и мало его. Проходит, проходной, наверное, ходит, по-моему. Ну, жить, что поймал же, блядь, сюда каждый. Они сзади зато ничего не поймали. Это ему так, бонус. Ну вот. Друзья, ну все, закончил я рыбалку, что-то вообще затихло. В камеру смотрели, говорит, в одном месте там сюда окунь проплыл, туда-сюда, короче. Ага. Ну, друзья, ну с такими окунями прикольно. Вот. Прям мне понравились эти окушки добрые. Вот. Ну это вот весь мой улов. Сколько было поклевок, в принципе, всех поймал. Вот. Ну, может там окунь сошел какой-нибудь, еще что-нибудь. Ну, вот так вот. Хотя ехал за судаком. Так что все, друзья. Всем счастливо, всем пока, всем натянутых лесок. С вами был канал Рыбалка в Сибири. Все, давайте, друзья.